Att lite marschatslar begynner det vid sonnen börjar det. Och nu är det sån typ... Nice diğerler. Üçüncü seriye başlayacağım. İkinci seriye Ağustos'un 7'sindeydi. İngilizce Ağustos'un 14'üydü. 14'üne güzel bir 13. seriye başlayacağım. The Amazing Spider-Man. Nakinayı mikro. Bir tane paltarımızı değişeyim hemen. Yok, bununla yok. Belki çorlu ile oynayayım. Gel hele bununla oynayacağım inşallah. Mırta. Peter. Подожди, что это? Ах да, я над этим работал как раз перед событиями. Я называю их жучки-паучки. По идее, если я прицеплю такого на полицейскую антенну, то смогу слушать все разговоры. По идее? Ну, я пока их толком не опробовал, но ведь лучше поздно, чем никогда. Я мог бы это сделать по дороге в архив Оскорб. Архив Оскорб, ты не отдохнул. А да, это почта, да, да. Зажми space bar. Начинаем. Ха, надо подписаться. Куда, ребята, я не знаю уже. Здесь не показывает. Это мой дом. Нам куда не показывает еще. Так. Нужно одеть. Света, кажется, не открывается, дорогие телезрители. Из-за этого вынужден. Ловим антенны. Чтобы получить координаты, надо соединить все три. Так, вот сюда направляемся. Вот туда. Мырца с надеемщами. Мать там ошибка. Это по, как бы сказать, одну серию так буду играть. Антенна. Откуда взялся этот робот? Это не робот, это человек-паук.
последняя антенна, и канал готов. Что за звук это? Кажется, там. Да, это тоже звук. Это я возьму. Я тоже думаю, что надо взять. Последний. Двигаюсь на место. Давай поможем этих людям. Потом пойдем к носорогу. Спасибо тебе, паук. Главное, что ты все-таки жив. Не раскисай. Все-таки жив. Не раскисай. Так, последний вор.
украсть так миллион. Нет, я же все сделал, как он сказал. Вы меня не поняли. Где деньги, малыш? Умоляю, я хотел заплатить, честно. Не убивайте. Его тоже спасли. Огромное спасибо, паук. Главное, что ты все-таки жив. Да, с бизоном отлично все идет. Самый последний носорог. Мы идем сражаемся с носорогом. Come on!
Цель выполнена. География открыта. Мы убили этого... Нам сюда. Для того, чтобы идти туда, нам сперва домой идти надо. Себе поменять свое платье делать. Так. Отлично. Переходим в черный плащ. Сюда. Носорога выиграли. Идем дальше. Как говорится, госпожа, боже мой. Кажется, туда. Человек-паук перехватил полицейский сигнал и точно знает координаты мест преступления на Манхэттене. Но сначала нужно достать материалы Коннорса из архивов Оскорб. С виду здание кажется заброшенным. Что может быть проще? Ничего не может быть проще. Хочу, чтобы вы с этого транспорта ни на минуту глаз не спускали, ясно? Сами видите, девочки, это вам не обычный мусор. Сам доктор Смайт дал инструкции, чтобы он отправился прямиком в топку при любых условиях. Этот урод Человек-паук еще на свободе, так что смотрите в оба, в каждую щель загляните. Все, поехали. Охраны.
поднять коробку? Надеюсь, это не просто так. В Асгорб-Тауэрс что-то творится. Странные вещи. Я тоже слышал, доктор Смайт гуляет со всеми лаборантками, да? Смейся, смейся. Точно говорю. Там что-то... Самый любимый захват начинается. Куда пришел? Значит, сюда. У вас там все в порядке? У нас? Да. В смысле, тут совсем нечем заняться. По-моему, у вас здорово, работа и то интересно. Да еще и телек можно смотреть. Везет же некоторым. Где он? Бля, ебаный свет! Остановите его, пока не поздно! Ух ты!
Не могу поверить. Он же был здесь. Надо разделиться. Сбор через 20 минут, если их не найдем. Доктор вернулся! Хочешь драться в темноте? Пусть будет так. Так мы быстрее найдем его. Видишь его? Смотри, там! Человек-паук! Что? Ну где? Куда он мог деться? Так. Да. Еще один меньше. Выходи, урод! Я люблю вентиляцию. Я тоже. Бэтмен тоже я залезывал. И даже метро Лас-Лайт Редукс тоже. И почему мы должны трястись над какими-то ящиками? Это коробки человека, который чуть весь город не уничтожил. Думаю, да? Тут все непросто. Они что, не могли позвать уборщицу, чтобы выкинула? Ты меня слышал? Не знаю, что там, но она нас запросто на куски разнесет. Да расслабься. Расслаблюсь, да. Не бойся. Когда этой дряни не будет. Ладно, закинь наверх старой кучи. Это все равно уничтожено. Опять охрана. Этот главный, два на стрёме, парочка возится с грузом. А этот что делает? Снимает корпоративный календарь для Аскорб? Тащим эту дрянь в топку и быстро. Давай же, Грис. Да. Стой-ка, папарацци. Я тебя не знаю. Я должен их остановить, пока они не уничтожили работу Коннорса. Да, вот.
одной феей придется потрудиться. Ух ты! Я тебя скоро поймаю, вот увидишь! Куда теперь? Оттуда пришли. Значит, туда.
Интересная игра, я обожаю этот спа... Скорее, дебилы не уничтожили работу Коттерса. А парень, кажется, знает толк в уборке помещений. Ишь, как ловко шурует, просто загляденье. Человек-паук? Вы телерепортер Уитни Ченг. Что вы тут делаете? Хотел задать вам тот же вопрос. Тот же вопрос. Любите быть сверху? Но на первом свидании я так далеко не захожу. А на канале знают, какая вы пошлячка? Помогите, пожалуйста. Эй, вы итак, что, полегче? Вы знаете, кто я, а кто человек под маской? Вам подробно объяснить или в двух словах? Вы освободили Коннорса из психушки, и все задумались о ваших истинных намерениях. Угу. Думаете, его файлы здесь? Что значит тоже? Вы ищете записи Коннорса? Ну, я сюда не отдыхать пришла. Говорят, Оскорб просто сменил личину. Они продолжили эксперименты ящера и сейчас уничтожают улики. Улики. Свою статью я заглавлю так. Протоколы оскорбских мудрецов. Как вам нравится? Я сказал, хватит. Эй, отдай! Стоять! Чужой! Ты что такое творишь? Я в форме. Буду играть свою роль, а ты свою. Тут Человек-паук! Ух ты! А без этого нельзя? Хватит! Паук, ты будешь драться? Толкай меня в ту комнату. Дай мне уйти отсюда. Руки вверх! Быстро! Ну все, тебе конец! Это мне было сложно. Мы должны найти файлы Коннорса, пока их не уничтожили. Я пойду сюда. Хочу сделать снимок. Без камеры не выйдет. Bilemem onu neler öldürürüm ben. Пришел, что ли, когда пришли. Ух ты! Невероятно! Что не так? Моя камера. Ты ее забрал. Ладно, тогда сделаешь это сам. Что? Мы можем работать вместе. Я скажу, что снимать. Ты же умеешь пользоваться камерой? Разберусь, наверное. Я могу сделать карьеру, рассказав, что здесь прячут. Пора заняться делом. Человек-паук, бери камеру. Думаешь, я на Daily Bugle работаю, что ли? Так, посмотрим. А эта полка? Она близко, так что просто поймай кадр и сохрани фото. Не прошло и года. Пожалуй, нужно скадрировать иначе. Не в фокусе. Не надо, ты что, ждешь, когда она улыбнется? Снять с другой точки. Ты что, ждешь, когда она улыбнется? Как
мне его? А я фотограф, что ли? Не прошло и года. Ага. Искусство. Знаешь что? Чем больше будет доказательств вины от Скорб, тем лучше. Как только увидишь эти эмблемы, щелкай и шли фото мне. Конечно, не вопрос. Мы сумеем прижать этих ребят. Ого! Мне что, держать тебе дверь? Где вы, джентльмены? Пока гибриды гуляют на воле, джентльменов нет. Да тут их целый взвод! Держаться наверху, вентиляции. Да. Как же я обожаю вентиляционные шахты. Я тоже обожаю Человек-паук. И метро, и Бэтмен. Все бы на этих... Никто! Где ты спрятался? Отвечай! А, мне еще Сибирь ерда, да? Ну, ничего, рискнем. Слепой просто из-за этого. Ну где же ты? Ты мне заплатишь за моих парней. Да, неплохо играли. Паук, я вижу пульт охраны. Вхожу. Эй, кто тут кому помогает? Ну, на вентиляционный. Так ли будет лучше? Ух
Ну... Прошу тебя! Только один здесь есть. Улучшение. То, что нужно. 145.
Жаль, очень жаль. Ничего. Так. Все, сигнализация ушло. Нужно открыть дверь. И все. Как дела? Получилось перенаправить транспорт? Я все перепробовала. Не получается. Здесь есть выключатель. Доберешься? Понял. Где выключатель? А это... Извиняюсь. Получилось? Нет, вся система заблокирована. Не отвечает. Погоди, у меня есть другая идея. Да, она супергерой.